Доброе утро всем моим зрителям и подписчикам моего канала. Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы. Так, опять я в коровнике, но теперь у меня другая цель. Я хочу вам рассказать о том, сколько стоят наши коровы. Это раз. А купили они себя или нет за год? Это два. И какой доход приносят? Ну, по нашей Тамбовской области цены тут, значит, 40 рублей на молоко за литр молока, 120 рублей полкило сметаны, от 160 рублей и выше творог, ну, как, кто как может продать, вот, ну, сыр 500, масло 600 за килограмм. Такие вот тут местные цены на местном рынке, скажем так. По этим ценам мы будем ориентироваться. Первую корову, про которую я хочу рассказать в нашем хозяйстве, это Ива, потому что она приехала ровно год назад. Она уже была дойная, стельная, и поэтому я точно знаю, сколько за год вот конкретно эта корова заработала денег, сколько мы на нее потратили, ну и, соответственно, окупилась она или нет. Так, вот тут у нас бабочка. Бабочка у нас приехала, по-моему, где-то в апреле месяце. Вот. А отойди. Отойди. Ромашка приехала в феврале месяце. Красуля у нас подарочная корова, поэтому с красули спрос другой. Мы тоже пристегнем. Чтобы нам разобраться, выгодно нам содержать корову или нет, конечно, нужно вести подсчет. Тут я как раз таки составила этот расчет. И вам его обязательно озвучу. Все эти цифры уже были посчитаны за год. Потому что у нас Ива, я уже говорила, живет год в хозяйстве. Приносила нам одного теленка, доила молоко. Сейчас беру доильный аппарат, и пока будут доиться мои коровы, я вам все подробно расскажу. Так, ну что, дорогие друзья, давайте приступим. Тут у меня записи по Иве как раз таки. Начнем с того, что Ива у нас стоила 90 тысяч рублей. Покупали мы ее на племзаводе, поэтому такая цена, во-первых. Во-вторых, она галштин племенной. Ну и, соответственно, заплатили за доставку. Находилась Ива в Липецке, от нас это было далеко. 6 тысяч мы отдали за доставку. Корова приехала уже стельная. Доилась она у нас ровно 3 месяца, август, сентябрь, октябрь. За это время она дала тонну 350 литров. Я считала по месяцам, то есть за август она дала 600 литров, сентябрь 450 и октябрь 300 литров. Потом она ушла в запуск, перестала доиться. Литр молока, я уже говорила, в нашей области стоит 40 рублей. То есть за этот период, за 3 месяца, корова заработала 54 тысячи. Конечно, 54 тысячи – это без вычета кормов. Сейчас мы к этому подойдем, поэтому это пока грязными. Корма. Корма из расчета 80-100 рублей в день – это только зерно. То есть ячмень, кукуруза, дробленая раньше я так пользовалась, плюс БМВД для лактирующих коров. Сейчас у меня гранула специализированная, выходит 100 рублей в день. Ну, все равно я буду брать 80-100, потому что в тот период, когда мы ее купили, я гранулу еще не пользовалась. На 3 месяца умножаем 90 дней, получаем 7200. То есть из этих 54 тысяч надо вычесть 7200, получилось 46800. Это только за 3 месяца пребывания коровы в хозяйстве. Фактически она за 3 месяца окупила половина, ну, чуть меньше половины своей стоимости плюс доставка. Тогда была еще трава, и сено сюда не заходит, поэтому я считаю только зерно. Но это еще не все. Самое интересное будет дальше.
А дальше у нас минус 2,5 месяца сухостоя. Почему 2,5 месяца? Потому что 2 месяца она в запуске, и где-то в течение 2 недель я выкармливаю теленка, и все молоко выливаю ему. А в еду я его начинаю, это молоко, где-то вот через 2 недели, через 10 дней употреблять сама и продавать. Там уже началось сено. Вот сено я тоже посчитала. За 2,5 месяца она съела на 9 тысяч сена и зерна на 6 тысяч. Но она принесла теленка. И это, конечно, определенный заработок или доход. Пускай мы его сейчас пока никак не определяем, потому что мы не знаем, сколько будет стоить нам этот теленок, если мы его оставляем в хозяйстве. 9 месяцев корова после отела давала мне молоко. Это 270 дней и 8 тонн молока. Корова давала с отела 32 литра, потом давала 35 литров, потом давала 30, потом 25, 20. И сейчас она стабильно держит где-то в районе 18 литров, учитывая, что 9 месяцев она уже лактирует. За это время, за 270 дней, корова заработала 300 тысяч рублей или 33 тысячи рублей в месяц зарабатывает. Ну, при условии, конечно, что молоко мы все-все продаем подчистую. Зимний период я тоже посчитала, поэтому вот эта цифра 33 тысячи, она условная. Той гранулы, которую я начала кормить коров после того, как когда они отелились, стоит 24,5 рубля за килограмм. Понятное дело, что корова съедает не килограмм в день, а съедает гораздо больше. Мне это выходило где-то на 100-150 рублей в день. Плюс мы начали уже давать сено, потому что была зима. И по сумме у нас стало выходить где-то 6 тысяч рублей на кормление ивы в месяц. Но это тоже еще не все. В тот период, когда корова отелилась, вы выпаиваете теленка молоком. И выпивает он достаточно много. Выпивает он 200 литров молока в месяц. А то и больше, если совсем не жалеть. Хорошо, посчитаю, как 6 литров в сутки. В принципе, этого достаточно для выпойки. Получается, у нас 8 тысяч рублей в месяц теленок выпивает. Вот и остается 19 тысяч рублей, пока вы выпаиваете теленка. А по факту это еще меньше, потому что столько молока продать, это надо еще ухитриться и найти клиентную базу, чтобы клиентов было много, чтобы была постоянная основа. А если этого нет, то дай бог 10 тысяч в месяц вы заработаете на молоке. Так что, дорогие друзья, как видите, моя корова Ива заработала чистыми 130 тысяч в год за вычетом всех кормов, но опять же не за вычетом ветеринарии, потому что с ветеринарией у нас получилось не очень хорошо. Корова стала болеть, эндометрит мы ей уже дважды пролечивали, вызывали, много раз вызывали ветврача, чтобы ее проверять на стельность, на наличие каких-то патологий, то есть просто разобраться, в чем причина, почему она не гуляет. И это увеличились расходы аж до 10 тысяч за год. Конечно, это все очень неприятно. В селе обычно, если корова начинает болеть, ее забивают на мясо, потому что это сразу получается, что она уходит в минус, эта корова, она становится невыгодной. Но мы, в свою очередь, конечно, по-другому рассуждаем и надеемся, что эта корова будет давать много молока, что мы ее сможем покрыть и крест на ней не ставим, потому что она молодая, продуктивная корова. В любом случае, за год мы вышли в ноль. Заработать нам не получилось. Но мы не в минусе, и это уже много чего значит. Я знаю, что найдутся люди, которые сейчас начнут меня ругать за то, что я не считаю свой труд, не считаю электроэнергию, не считаю покупку доильного аппарата. Но тут нужно понимать, что электроэнергия и доильный аппарат, а также еще наши сараи, мотоблок и многое другое, что было куплено для коров, оно делится, ну, как минимум на 4 дойные коровы. А еще у нас есть телята, а еще у нас есть козы и куры и свиньи. И если все это раскидать на головам, то получится не очень большая сумма, она не очень значительна. Как считать свой труд? Я скажу вам, как я считаю свой труд. То, что зарабатывает моя корова за год, это и есть моя зарплата.
Я так считаю. Потому что если я буду нанимать работника, то, соответственно, я уже смогу содержать большее количество животных, зарабатывать большие деньги. Но пока мы себе это позволить не можем, вот, мы сами как работники, да, то есть нашу зарплату нам платят наши коровы. Как бы это ни звучало смешно. Корова в любом случае прибыльна, только нужно до этого дожить. И дай бог, если эта корова не будет болеть, будет каждый год приносить телятушек. Конечно, если корова дает мало молока, дает 10-15 литров в сутки и больше не дает за лактацию, то это не очень выгодно, и вы не скоро выйдете в ноль. А вот если эта корова высокоудойная и с первым уже отелом начинает давать 20-25 литров, значит, у нее в дальнейшем будет рост лактации, рост удоев. Поэтому здесь надо присмотреться, нужно понять, стоит ли оставлять эту тёлку, первотёлку в хозяйстве. То есть надо смотреть по ее первому отёлу. Я знаю, что многие идут по пути наименьшего сопротивления, покупают маленькую тёлочку, она и дешевле, и проще в обращении, и начинают свое коровье дело с маленьких-маленьких телят. То есть так им легче и морально, и финансово, и физически. Конечно же, уход за тёлочкой – это не уход за коровой. Что тут я могу сказать и посоветовать? Многие говорят, телёнок, тёлочка – это кот в мешке. Поверьте мне, купленная чужая корова – тоже кот в мешке. Вы не знаете, что в анамнезе у этой коровы было, болела ли она маститом, парезом, кетозом, все это может потом у нее повторяться. К сожалению, вряд ли хозяин расскажет вам анамнез весь, чем была больна эта корова. А тёлочка – это корова с нуля. Вы ее начинаете кормить, растить самостоятельно, сами, сами регулируете, нужные витамины прокалываете. В общем, все в ваших руках, какая корова это вырастет. Конечно, есть породы, которые изначально дают много молока. Это айширы, это галштины, есть и обычные коровы, которые дают тоже немало молока. Обычно это помеси тех же самых симменталов, айширов, галштинов. Сейчас вообще всех повально галштинизируют. Но, знаете, тёлку вырастить тоже не так уж и дёшево и не так уж и быстро. В нашем хозяйстве, как вы знаете, есть и телята, и нетели были, вот эти три, и корова. И большее предпочтение я даю не телям, потому что это уже выросшая корова, но еще ни разу не теленная. То есть вы ее сами подводите к котелу, сами ее кормите, прокалываете необходимые витамины, а также вы ее раздаиваете. Раздой коровы в первые сутки после отела очень важную. Как вы будете ухаживать за ней, как вы ее будете кормить, содержать, это очень большие факторы. То есть на лицо будет все сразу понятно. Хорошая это корова или нет. С нетелями есть только некоторые проблемы, с которыми сталкиваются хозяева. Это то, что нетели никогда не доили, и они боятся дойку и машут ногой. Но тут я еще раз говорю, мы пользуемся антибрыком, и эта проблема уже у нас снята. То есть я совершенно не боюсь нетелей, я наоборот их очень люблю и уважаю. По цене они идут подешевле коров 1000 на 10, и это тоже приемлемо и удобно. По сути, по моим расчетам, нетель обходится в ту же самую сумму, что и вырастить этого теленка. То есть, если вы его купите за 10-15 тысяч, а то и дороже, и потом вырастите вот до такого времени, когда ей уже телиться, она и будет стоить вам 50 тысяч. Но растить, еще раз говорю, телочку лучше на фоне уже взрослой коровы. Они растут незаметно. Вроде кажется, она есть, и вроде кажется, ее и нет. У вас есть корова, вы занимаетесь дойкой, кормежкой, уборкой. И тут же рядышком растет маленькая тёлочка незаметно. Тёлку растить весело. Она маленькая, потешная, хорошая, как маленький ребенок. По поводу других коров, сколько они стоят, сколько они принесли доходы, нам еще пока рано рассуждать, потому что они у нас не так давно в хозяйстве. Но я точно знаю, что если корова дает больше 20 литров молока, то эта корова прибыльная. Это уже проблема хозяина, что он не может продать это молоко. А там смотрите сами, заводить вам корову или нет.